Друзья, привет! Я пробую снимать на телефон. Пока не могу сориентироваться, куда мне смотреть, но думаю, что это со временем придет ко мне. Хотела вам рассказать прикол. Вчера у нас такое случилось чудо. Алиска, короче, натворила делов. В общем, она дверь. Ну, мы ушли на работу с мамой утром, а домой приходим после работы, дверь открываем, все замки открыли, а дверь не открывается, короче. Вызвали МЧС, МЧС вскрыли замок, и оказалось, что Алиска, ну, видно, она на косяк полезла почесать коготки и задела ручку, которая, ну, защёлка. Изнутри закрывается. И, короче, чуть-чуть ее закрыла. Вообще, вот кошка, подумать только. Вот как она... Ну, она, конечно, не думая это сделала. Понятное дело, что не специально. То есть это у нее в голове этого не было. Но просто вот как вообще такое было возможно? Вот, в общем, такой прикол. Вчера заходили в квартиру с МЧС. Такая вот Алиска. Сосиска натворила делов. Вот. Так, пока я тут разбираюсь. Наверное, это все. Я пока не знаю, пробное такое видео. Возможно, оно будет скомпоновано из частей. Просто я пробую, как снимать видео на телефоне. И как его делать с паузами. Вот. И... Не знаю потом, как его буду монтировать. В общем, это такое пробное видео. Если что, не судите строго. Первый раз на телефон снимаю полноценный ролик. Так что увидимся чуть позже. Так, друзья, привет. У нас новый день. Не обращайте внимания на фон. Просто в комнате тоже планируется ремонт. Поэтому так и живем. Вот, как есть. Последние новости. Я ходила к отоларингологу, собственно, к лору. Знаете, лучше бы не ходила. Честно говоря, я в интернете больше информации нашла полезной, чем сходила к врачу. В общем, те капли, которые я вам показывала, она забраковала. Сказала, что они вообще бесполезны. Между прочим, 300 рублей вот, за них отдала. Потом она мне, значит, порекомендовала, по-моему, Реновакс, или как-то так называется, который стоит в два раза дороже. Вот. И сказала, что, в принципе, больше мне ничем помочь не может. Я вообще в офиге просто. В общем, я дома справилась, можно сказать, своими силами. У меня практически уже все прошло. Немножко еще левое ухо закладывает, ну так, иногда. Вот. Но, в принципе, я уже отошла. Вот. И хотела сегодня заходила в заодно опять. Ну, пошла, думаю, посмотрю, может быть, еще шампунь завезли, вот. Но шампуня не оказалось, посмотрю, думаю, новинки какие-то. И я тут взяла, как всегда, целый пакет. Вот, сейчас вам буду показывать быстренько, что я взяла и что новенького. Кстати, хочу сказать, может быть, сниму обзор полочек, потому что там появились товары точно такие же, как в фикс-прайсе и намного дешевле. Если помните, в фиксе были такие большие блюда в форме рыбки. По-моему, 99 они в фикс-прайсе. Там есть такое блюдо, оно стоит 50 рублей, ну, 49. Вот, так что обратите внимание на этот магазин, очень хороший магазин. Вот, и давайте, что я купила, сменные насадки для, ну, это липкие ролики. Кстати,
Похоже на Алиску. Как вам показать? Вот, вспышку просто не стала включать. Может, кстати, стоит включить. Так, сейчас. Такой хоть свет какой-то более-менее натуральный. Вот такие, в общем, ролики запасные. Так, потом взяла два органайзера. Сейчас покажу. Вот такие вот. Значит, здесь 27 съемных пластин. Размер 215 на 120 на 30 миллиметров. Все в миллиметрах. В общем, они на защелке. И здесь внутри ячейки, которые можно самостоятельно варьировать. Он не очень глубокий, но я что-то подумала, что почему бы не взять. Причем, ну, если нужно просто ячейку покрупней, просто переставляешь эти регуляторы, и у тебя будет побольше. Да, они не очень глубокие получаются, но, в принципе, ничего такого. Так, достаю по порядку все, что попадается. Взяла вот такую вот томатную пасту. Помидорка называется. Кстати, очень хорошая. Здесь в составе только помидоры, больше ничего нету. Ни воды, ни крахмала, ни соли. Просто помидоры. Вот, очень хорошие. Ценник покажу в конце. Тут получается небольшой объем. Честно сказать, даже какой объем? 70 грамм. Ну, в принципе, на один прием пищи вполне может быть. Я взяла таких три штучки. Там их, в принципе, много было. Ну, просто зачем лишнее? Вот. Еще у меня кончилась гелевая ручка. Я взяла одну гелевую ручку розовую. Просто мега срочно нужно было кое-что доделать. Вот. Делаю эскиз открытки на заказ. Так что, если кому-то открытка нужна на заказ, обращайтесь. Взяла вот такие книжечки. Я небольшая фанатка Октябрины Ганечкиной, но 19 рублей за книжку. Она довольно-таки толстенькая. И, в общем-то, можно сказать, что даром. В общем, взяла вот такую. Здесь огород без сорняков и вредителей. И еще одну тоже за 19. Советы садоводам и цветоводам. Ну, здесь всякие разные. Чем поливать, какие удобрения существуют там и так далее. И еще взяла тоже ее книжку. Вот такую потолще. Она уже стоила 99 рублей. Но тоже я считаю, что такая книжка за 100 рублей это дешево. В общем, кому интересно, сходите в Заодно. Там просто безумные какие-то новинки появились. Так, как обычно, я не смогла уйти без семян, как бы вы думали. Вот, в общем, что я взяла? Я взяла какой-то душистый лук, пикантный. В общем, здесь очень интересно написано. Значит, это лук, он многолетний, но у него, то есть он выглядит как лук, но пахнет чесноком. В общем, на пробу. Если вдруг не взойдет, просто взяла два пакетика, они по 5 рублей. Так, взяла два пакетика настурции. Махровый. Настурцию мы любим. Я вообще свои семена собираю, но когда есть что-то такое новенькое, интересное, покупаю. И когда хочется дополнить и разнообразить. Вот, взяла еще перец на следующий год. Вот такой кругленький. Я сначала подумала, что это помидоры, но оказалось, что перец. И еще взяла вот такие колокольчики. Они, правда, двухлетние, но посмотрим. Не стала брать два пакета. Как-то вот. И, собственно, то, ради чего я вообще стала закупаться заодно. Я там не планировала ничего покупать. Вот такие суперские корзинки. Вы вообще не представляете,
какие они классные, еще цвет такой яркий-яркий, какой-то бирюзовый. Обалденно, я взяла две штуки, они мне стоили 49 рублей, вы представляете, они с ручками, но это все мягенькое, вот, так называется. Так, они, ну, в общем, не фокусируются нифига. Так, надеюсь, что нормально видно. В общем, они мягенькие. Основа здесь получается, основа, вот эта рамка, металлический каркас, прут сваренный. Вот, а дальше просто натянута тканевая такая тряпушка, веревочка. В общем, они мне безумно понравились. Надеюсь, что видно хоть что-то, потому что я не пойму со вспышкой. Так, сейчас я вас... Вот. Или без вспышки. Вот так становится темнее. В общем, так. В общем, думаю, что со вспышкой лучше. Короче, такие корзинки. А размер у них получается... Сейчас посмотрю. Размера нету. Но они, знаете, где-то, наверное, высотой сантиметров... 6, где-то сантиметров 10-12 в глубину, ну вот, по высоте. А так размером, ну, я даже не знаю, где-то, наверное, 20 на 30. То есть они довольно вместительные. Вот, я взяла две штучки, поставлю в шкаф. Надо как-то разгребать уже свои залежи. Вот, в общем, как обычно, нахомячила разных покупок. Вот. Ну, с вами поделилась. Так что сейчас буду пробовать. Скачала вчера приложение видеоредактор для Ютуба. Сейчас буду пытаться монтировать видео. Так что не судите строго мой теперь телефонный влог. Постараюсь почаще появляться. Увидимся. Подписывайтесь, кто не подписан. Оставляйте комментарии. Я по вам всем очень скучаю. Скучаю. Ну, как-то некогда снимать, поэтому вот буду пытаться на телефон снимать. Очень скучаю по вам, по всем. Сейчас в последнее время стараюсь посматривать. Ну, тоже, сами понимаете, всего 3 часа дома и просто отрубаешься. За 3 часа надо успеть многое сделать. Вот сейчас помыла голову, волосы почти высохли. Еще под дождь попала. Вот, так что подписывайтесь, кто не подписан. У меня скоро будет конкурс. Вас уже больше 450 человек. Так, надо выключить, это у меня какая-то штука. В носу блестит. Вот, в общем, вас уже больше 450 человек. Даже чуть больше, по-моему. Вот, и я напоминаю, что когда будет 500, будет конкурс. И одним из подарков будет книга с моими произведениями. Это сборник, у меня есть влог об этом, полистайте. Плейлист, влоги, там предыдущие буквально пару дней назад был, на прошлой неделе, точнее, выложен. Вот, в общем, полистайте, там есть, кто не видел, вот, посмотрите, я о ней рассказываю, показываю, как она выглядит, можете ее приобрести у меня или в магазине. Если у меня, то еще получите автограф и личное поздравление, пожелание какое-то вдохновляющее. Вот. Так что всем привет, всем пока. Увидимся с вами. Надеюсь, что скоро. Осваиваю новые технологии. Так что целую, скучаю по вам, по всем. Пока, увидимся. Так, друзья. За болтовней с хорошими людьми забыла показать вам чек. В общем, вот такой вот чек. Вот, получилось чуть меньше 500 рублей. В общем-то, цены вы сами видите. Просто смешные.
Вот, так что идите скорее, скорее идите в магазин заодно.